Не все, конечно, идеально, потому что мы вчера провели две тренировки достаточно хорошие. Сегодня утром провели тренировку. Вот, поэтому не все получалось на усталость, но я считаю, мы на правильном пути. И это говорит главный тренер. И мы сегодня победили. Поэтому двигаемся потихоньку вперед. Насколько доволен своей собственной формой, тем, как ее набираешь? Ну, в принципе, я доволен, потому что я работаю много. Вот, и сегодня забил. Вратарь выбил, я его чиркнул, Торбинский хорошо побежал за спину, отдал назад Абине, Абина отдал мне, я в касание. Все, в принципе, в касание. Когда играем в касание, вот, по друг друга подстраиваемся, у нас все получается. Вот. Поэтому мы так и сыграли в одно в касание, одно-два и забили по-футбольному все. В отличие от матча с Марибором, сегодняшняя игра начиналась в половину седьмого, то есть раньше было еще жарче. Вот насколько этот фактор сказывался? Но на самом деле очень жарко. Играли 8 часов, попрохладнее было. Сегодня в 6:30 очень жарко. Поэтому на разминке уже было тяжело. Вот. Но в такую погоду надо мяч держать. В принципе, мы что и делали. Мы мяч держали, как бы берегли силы. Но ничего, все равно придется в чемпионате играть в такую погоду. Журналисты, когда речь идет о тренерах, часто используют такой вот стандартный вопрос: тренер-диктатор или тренер-либерал. Как можно Билича охарактеризовать вот с этой точки зрения? Ну, наверное, видно сразу, что тренер-максималист, который требует самоотдачи. Я думаю, что надо с таким тренером выходить на поле и доказывать. Потому что если будешь заниматься ерундой, не будешь доказывать, то у него не будет любимчиков, еще кого-то он посадит. Вот такой жесткий тренер на футбольном поле. Вне футбольного поля он такой человек, который смеется, улыбается. А что касается работы, то он серьезно достаточно. Надо относиться к тем тренировкам, которые он требует. То есть мы нашли отличный третий вариант. Не диктатор, не либерал, а максималист. Максималист, да. Я очень доволен сегодняшним матчем. Мы играли против чемпионов Польши. Это хорошая команда. И могу сказать, что я очень доволен тем, как мои ребята сегодня выступили. Потому что они играли на фоне нагрузок, но при этом намного лучше были в завершении, в атакующей стадии, чем соперник. И поэтому могу сказать, что матчем удовлетворен полностью, так как даже на фоне усталости мы оказались сильнее серьезного соперника.